Да, это я. Простите, что значит наследство? Откуда, как вы сказали, вы звоните? Тетя Джудит? Что ж, мне жаль это слышать. Ты шутишь? Самоубийца? Черт. Извините, правда в том, что я не общался с ней очень долгое время. До сих пор не могу поверить. Да, точно. Да, я помню его. Я жил в нем, когда был ребенком. Этот дом все еще стоит? Вы не можете это сделать. Сегодня твой день рождения. Ваша работа важна, но ваша семья важнее. Джули нужен отец, Майкл. Вам стоит подумать об этом, пока не поздно. Папа, проснись. Почему, отец? Джулия. Она идет. Что случилось? Где твоя мама? Она идет. Подождите, Джулия. Интересно, кто идет за нами? Давайте это выяснять. Всем приятного просмотра. Сегодня поиграем с вами в хоррор. Так что давайте выключайте свет. И будем вместе с вами пугаться. Так, давайте осмотримся. Что тут написано? Папочка, не ошибись, или оно придет. Ага. Прикольно, замок. Блин, ну если бы нас похитили, я думаю, замок был бы с другой стороны, правильно? Значит, мы сами себя сюда... Так, что это за цифры? Сами сюда закрыли, правильно я понимаю? Ага, 9, 5... Давай смотреть... 4... И еще где-то, да? Должна быть картина, ага, вот картина. 4, 6... 9, 5, 4, 6... Так, что здесь? Привет, папа. Я скучаю по временам, когда, смотря фотографии, мы сочиняли историю. У меня есть несколько фраз, которые ты мне говорил. Думаю, они тебе понравятся. Я спрятал их для тебя. Все, больше ничего тут нету. Окей, давайте дальше изучать, а потом попробуем открыть замок. Так, потому что ты должен быть сильным, как Иисус. Три. Три. Угу. Три это то есть... Три это пароль или три это... Здесь должно быть... Так, Иисус у нас какой здесь? Четыре, правильно я понимаю? Так, давай. Выставим на четверочку. Выйдем. Ага. Идем дальше. Так, что здесь у нас? Если я плохо себя чувствую. Один, если я плохо себя чувствую. Один. А кто из них плохо себя чувствует? Кто мне скажет? Если я плохо себя чувствую, один. Значит, тут шестерочка, да?
Давай попробуем поставить шестерочку. Хорошо. Смотрим дальше. Так, тут записок вроде нету, либо есть. Так, здесь мы видели. Здесь мы тоже читали. Значит, здесь должна где-то быть еще записка. Так, кто это? Сила оккультизма. Не, нам такое не интересно. 4. Он мне скажет мне, что очень... Что очень красивое. 4. Он мне скажет мне, что очень красивое. 4. А кто мне скажет? Ага, вот это вот, да? Пятерочка, значит. 4 это 5. Ну, есть. И тогда осталось одну цифру, значит, найти. Так, и даже если я очень много плачу, 2. Ага. Значит, 2 у нас, я много плачу. Это у нас 6. 6. А вот это вот у нас идет. Где эта штука? Где мы смотрели? Вот это вот 5, да? 5. Если я плохо себя чувствую. 9. Блин. Давай попробуем. И нажать на С. 9, 5. О, открыли. Да, все правильно. Что? Кто? Что мне делать? Ага. Так, уходим. Опа, все, запрятались. Здесь я в безопасности. Полнейший. По-любому, сюда бабайка не зайдет. Так, будьте внимательны к тому, как много вы издаете шума, да? А я могу присесть? Ага, я могу на контрол идти. Ладно, давайте, наверное... Давайте, наверное, попробуем пройти. Так, Ctrl B, чтобы присесть. А зачем мне Ctrl B нажимать? Если я могу просто на Ctrl это сделать. Что это было за херня? Ага, здорово. Черт возьми, что это было? Я должен найти их. Кого их? Кого их? Так, давайте не спешить. Давайте все изучать. Просто не люблю такие хоррор-игры, где нужно... Так. Мне нужно что-то, чтобы убрать. Это не люблю такие игры, в которых нужно вот эти головоломки решать. Я так понимаю, нам ломик нужен вот этот вот, да? Правильно? Сохранить. Есть, отлично. Давай открывать. Ага, хорошо. Помните, что вы сможете спрятаться в шкафах или под некоторыми столами. А под одеялком могу, как в детстве. Блин, а там была в комнате еще одна дверка. Может, нужно будет вернуться, как думаете? Так, бонжур. Угу, отражения у нас нету, да? Ясненько. А, все, дверка закрыта. Ладно, идем дальше. Но, судя по всему, мы с вами находимся в том доме. Изначала, ёб твою, спрятаться могу. Как, игра, пусти меня. А, все, не могу. Ага, вот так вот. Ясненько. Наверное, мы в этом доме, в котором нам позвонила, да, вот эта девушка сказала, что ваша тетя покончила жизнь самоубийством. Этот район притягивает паранормальные явления. Окей. Спасибо за кучу записок. Так, это что такое? Хлеб, сыр, мясо. Так, не говорите, что нам нужно будет... Ёб твою. Все?
Чик-чирики в домике. Понимаете, что нам ножи нужно будет искать какие-то. Хорошо, я ж мужик, чё я боюсь? Давай посмотрим. Пустые ящики, пустые ящики, пустые ящики. Спасибо, игра, за кучу пустых ящиков. Вот нож есть, отлично. Достал нож, режь, правильно? Так, ты кто? Ага, еще один нож. Ну да, так как я и думал. Так, предки дома. О, блюдок, мать твою, ну иди сюда, да? Так, сори, ни один мужчина никогда не будет командовать мной. Я клянусь, что отныне я буду хозяйкой. Понял, спасибо. Так, ты кто? Для этого рецепта мы должны выполнить следующее действие. Первое, нарежьте капусту для салата. Затем мы переходим к разделке костей для приготовления. Наконец-то мы должны немного хлебушка, да, добавить. Ага, мы сейчас будем с вами готовить. Есть, отлично. Забрать. А где мне теперь мне искать капусту? Хлебушек. Давай, наверное, сюда сходим, да? А потом уже откроем эту дверку. Ничего не вижу. Надеюсь, тут никого нету. Тихо, тихонечко, не скрипи, пожалуйста. Надеюсь, тут никого нету. Бонжур. Донде стала библиотека? Какая красивая у вас бровь, мадам. Угу. Понял, нам нужен ключик. А ключик, наверное, у нас будет находиться за той дверкой заколоченной, да? Пока мы здесь. Сука. Как же ж ты. Сори. Сори, ребят. Так, что я хотел? Я хотел. Похоже, здесь что-то висело, да? Что это такое? 1 1 47 20. Вот так вот. Блин, падла, конечно, она меня испугала. Есть, хорошо. Блин, ненавижу эти скримеры. Реально ненавижу эти скримеры. Так, а что мне нужно найти? Мне, по-моему, там капусту, картошку, хлебушек, да, нужно найти. Я могу окно открыть? Нет, не могу. Так, тетрадь Джулии для домашних заданий. Обычно Джулия, она весело проводя время за математикой. Угу. Смотри. Ага, 70, 25, 85, 3. Короче, нужно будет сейчас решить головоломку. Ага, ля, мы спрятались. Нужно будет сейчас решить головоломку, я так понял. Опять же, не люблю в играх, когда нужно вот такое вот делать. Так, 3, 6, 12, 28. Мы что-то с вами взяли. Ага, по-моему, эта штука, которая здесь висела, да? Да, есть, отлично. И что нам нужно? Выбрать С. Я все порчу. Донде стала библиотека. Хорхе. Еп твой, Хорхе. Хорхе, Хорхе. Твою мать. Слышь, а какого хера ты сюда пришла? Уходи, пожалуйста, Хорхе. Все, 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 уходи. Какой противный звук, когда она топает. Слышь, так я извиняюсь, у вас какой размер? 49-й, да? Леди.
Что нам делать? Она возвращается. А у нас ножи с вами есть. Мы не можем нож ей в спину ставить, не? Может, мне нужно прийти в ту комнату, пока мисс она здесь. А хотя, с другой стороны, у меня нету ключа, я не разгадал эту головоломку. Ладно, давай сейчас еще раз она сюда и пройдет. И попробуем перейти в другую комнату. Я просто не помню, есть ли в той комнате, куда спрятаться место. Все, давай, уходи, уходи, уходи. Тихо, 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 тихо. Все, 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 уходим, уходим, уходим. Уходим. Не-не-не-не-не-не-не. Блин, все, нам жопа. Нет, уходи, пожалуйста. Жесть. Так, ага. Мы заново, да, начинаем? Смотри, тут есть дверка. И там есть дверка. Давай в эту попробуем зайти. Я понял, что я там нихера не понял, что нужно делать. Блин. Бье. Помните, что можете спрятаться в шкафчиках? Ага. Так. Ага, вот эта дверка, мы отсюда пришли с вами, помните? Только самое печальное, то что нам нужен ключик от какой-то дверки. Ага, нам не нужен ключик, нам теперь нужно, я так понимаю, разгадать с вами задачку с этой головоломкой. И с этими книгами, да, и с этими ножами. Короче, нужен какой-то рецепт. С вами приход. Тихо. А, вот оно чу. Понял. Нужно сейчас ножи все сюда положить. Окей, хорошо. Тут ничего у нас нету. Есть, отлично. Шикарно, шикарно. И как я должен был додуматься до этого, что мне нужно будет вернуть все? Отдай, пожалуйста, мне нож. Мне нужно повесить все ножи на полочку. Кто мне скажет? Да-да-да. Хорошо. Здесь, по-моему, еще у нас где-то были ножи. Если не ошибаюсь, да? Подтвердить на С, выбрать. Ну вот, три штуки есть. Погоди, вроде было 4, если не ошибаюсь. Или даже больше в этой, тут, в этой полочке, помните, было? А сейчас все? Уже нету? Что за бред? Где еще ножи? Так, я могу отсюда выйти? Могу. Но это я отсюда пришел был в прошлый раз. Так, пароль. Ага, пароль, пароль, пароль. А пароль у нас с вами где-то... 1, 1, 6. Чего? Какой? Куда? Ну явно, да, не это. Ну да. Просто если сейчас я открою вот эту вот штуку, то прибежит эта бабка. Ладно. Так, давай думай, 28, 6. Это что нужно сделать тут? Учитать, умножать, выделять, удалять. Что нужно?
Так, я помню, что я когда я вот эту вот штуку повесил, вот этот вот календарь, она и пришла, да? По-моему, если не ошибаюсь. Так, хорошо, давайте еще раз осмотримся. Это мы можем запрятаться. Здесь пусто. Вот это вот. Так. Мама, папа. Угу. Ну вот тут есть какие-то 70, видите, 25 зеленым. А где тут единички есть? Может, мне нужно... Ага, вот единичка. Там 9. Давайте попробуем, не знаю, как тут изменить. Изменить номер. Ну, то есть, один... Один, допустим, да. И тут пятерочку. Чтоб 6 у нас получилось. Но по идее вот так оно должно быть. Если это загадка на вот эту вот логику. Типа 1 плюс 5 равно 6, правильно? Так, 48. Здесь давай изменять. На 24, 24. Хорошо, и тут 24, да? По идее, должно быть 48. Ага, нет. Хорошо, если мы 28 и 20. И 20-очку сделаем. Есть, а теперь подтвердить. Это выглядит неправильно. А почему неправильно? Ну, 1 плюс 5 равно 6, правильно? 20 плюс 28 равно 48. Или нет? Или... Тогда что? Хорошо, если 4... Погоди, тут какие цифры у нас? 4 плюс 1. Так, а ну? Угу, 4 плюс 2. Instant money quadra. Блин. Погоди, а, то есть мы с вами не можем использовать 28 и 26, правильно я понимаю? Значит, нужно 27. Блин, где 27? 27 и 21. А ну? Я все порчу. Ой, ёб твою, ёб твою. Нет, нет, пожалуйста, женщина. Бля, ты крыса. Гребаная. Ладно, но я правильно вроде все делал. Ну, если оно так и должно быть, ну то есть... Я ничего не понимаю, если честно. Так, давай откроем. Давай откроем. Давай попробуем еще раз это сделать, пока этой бабульки нету. Так, 33, хорошо. 33, ну давай 20 и... 12, да? 12 есть, а тут 35 нужно использовать. Так. Давай смотреть. 15 и 20-очка. Хотя, наверное, не получится 20-очку из-за того, что мы 20-очку использовали, да? Ага, ну давай 19. 19, я сказал. И... Стой, и давай 16. Я не могу это найти, реш... Сука.
Как мне решать эту головоломку, если за мной эта хуйня охотится? О. Сука, ну что тебе от меня надо, скажи, пожалуйста. Как мне пройти? Ну все, эта помойка сейчас будет туда-сюда бегать. Ага, понял. То есть мне открывать его больше не нужно будет, да? Просто по логике вещей ту загадку нужно разгадывать конкретно именно вот так. Ну почему оно не хочет? Слышь, а ты не хочешь дернуть отсюда? Вот туда, к примеру. Не, ты тут так и будешь ходить. Ладно. Сейчас попробую, она туда уйдет, и мы пробежим ту комнату. Ну, пожалуйста, женщина, ну дерните отсюда. Спасибо. Беги, 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 беги. Чек-черек, я в домике, блять. Ёб твою. Все, не дыши. Я ни хера не вижу, ребят. Все, оно ушло. Забрать. Все? Ее нет больше. Сори, что молчу, я просто слушаю. Давай сюда повесим. Так, 10, 18, 20. Это, наверное, эти цифры, которые мы можем с вами использовать. Правильно я понимаю? Так, хорошо, 33, давай посмотрим. 10 и 13. Это 23 выходит. 23 и 10. А если 23 и 10? 23 и тут десяточка. Я не могу найти решение. Хорошо, 23, 10. А здесь у нас идет 35, сука. Не, нормально. Здесь у нас что идет? 35, 35. Я не могу решать в такой ситуации, понимаешь, у меня мозги вообще не соображают. Когда за нами кто-то охотится. 35, ну 23. 20, не, 23 мы уже использовали. Думаю, Арчи. 25. И 10. Но 10 мы тоже использовали, да? К примеру, здесь будет у нас 25. А тут 10. Хотя десятку мы использовали. Не могу найти решение. Хорошо. Так, двойка. А если мы здесь используем, то здесь 21. Да, 21 и... Так, 30 нет. 13. 13 и 20. Давай попробуем 13 и 20. Так, 13. А тут 20. Блин. 20, хорошо. Я все порчу. Что не так? Что я не так делаю? Или везде нужны единички, чтобы были? А как я сделаю единичку, чтобы везде было?
27, 23. Слышь? А ты тут? Или ты не тут? Хорошо, давай попробуем собрать все. Сука. Сейчас же опять ты придешь, да? Давай попробуем собрать все ножи, которые у нас здесь есть с вами. Так, присесть. Книжка, хорошо. Нет, ножов нету больше. А где все ножи? Ну вот один вижу. Так, отдай этот, пожалуйста. Боже, как же это все стрёмно. Так, закрыто, закрыто. Ага, всего один нож, а где все остальные, я таки извиняюсь. Или с каждым разом, когда я прохожу заново игру, они все исчезают? Или что это за херня? Где ножи? Кто мне скажет? А как мне решить эту помойку? Так, давайте, наверное, знаете, как сделаем? Я сейчас нажму на паузу. Попробую решить эту головоломку, конкретно эту. Ну, чтобы мы долгое время с вами не теряли. И продолжим. Так что, ребят, не прощаюсь. Буквально через секунду с вами продолжим. Наконец-то я решил эту головоломку. 72-24. И знаю из-за чего, у меня не срабатывало до этого момента. Пришлось 5 раз перезапустить. 72, что там у нас? 72-24, да? Так, 72-24. Главное сейчас успеть, пока это не пришло. Так, есть, отлично. Мы взяли с вами какой-то ключик. Теперь давай смотреть. Мне нужно сейчас будет здесь ножи сейчас, да, разложить. Очередная головоломка. Я жарю, не знаю почему. Не знаю почему, но меня оно реально не срабатывало. Хотя я подбирал все числа правильно. Ну, ладно. Возможно, игра такая. Так, один нож мы нашли. И с каждым разом, когда я перезапускаю игру, у меня все меньше и меньше ножов. Или ножей. Ножов, ножей. Напиши в комментарии. Все меньше ножей у нас здесь. Так, могу взять. Ну. Отлично, это не открывается. Это тоже не открывается. Но в прошлый раз, по-моему, у нас было их 4, да? А сейчас на данный момент у меня всего лишь 2. Ну ладно, ладно. И на этом спасибо. Так, давай посмотрим. Здесь вроде нету, здесь вроде тоже нету. Так, кто это? Проклятие, проклятие. Хорошо, идем, наверное, вот сюда с вами. Сейчас как раз, если она на нас пойдет, а она на нас пойдет, мы сможем с вами спрятаться. А от чего я взял ключик, кто мне скажет? Так, о, тесак есть. Еще один есть. Так, записка. Я думаю, там ничего интересного не было. У нас еще есть 2 ножа с вами. Хорошо, давайте попробуем их вернуть по-быстрому. Применить могу? Нет, применить не могу. Нужно еще один где-то найти. А где он находится? В какой комнате? Вот это вот я не знаю, к сожалению. Может, где-то в шкафах?
Да, вот нож есть. Хорошо, побежали. Ура, ура, ура. Все, есть. Отлично. Ага. Стой. Ёб твою. Она идет. Она идет, 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 идет. Прячься. Нет. Только не веришь, ты меня найдешь. Короче, нужно будет вспомнить. Там сначала использовался в рецепте какой-то первый нож, потом второй, потом третий. Сейчас посмотрим. Все, давай, женщина, уходи. Не, больше одной серии этой игры не будет, серьезно. Вот запишу чисто как ознакомление. Мне такое не нравится. С этими головоломками, реально мне такое не нравится. Человек простой, я в танки играю. Мне нужно попроще. Чисто чтобы вкл и выкл было. Ну все, 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 здесь нет никого. Честно. Давай, уходи. Не, наверное, пока мисс музыка не закончится. Вот это вот нагнетающее, мы отсюда с вами не выйдем. Давай, 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 уходи. Ну все, женщина, блин, я не хочу заново это все проходить, серьезно. Ой, какие красивые у тебя ножки. Все, давай, чухнем. Мне нужно еще одну загадку разгадать. Ключик-то мы нашли, а инвентаря у нас тут нету. Я тыркаю. Ага, вот она опять. Ну и долго ты так будешь делать? М? Может, ты там что-нибудь сломаешь? Может, я куда-то могу выйти? Нихера не вижу. Она стоит, да, все еще? Или не? Рискнем выйти? Сука, ну если я сейчас выйду, и она меня убьет, я заканчиваю на этом прохождение. А не, нету, все. Так, нам нужен с вами рецепт. Нет, не то. Где наш рецепт? Так, первое, разрежьте тыкву пополам, затем переходите к разделке мяса. Теперь мы должны очистить фрукты. Смотри, тыква, мясо, фрукты, стой. Тыква, мясо, фрукты. Тыква, мясо, фрукты. Блин, это мне надо сфотографировать, да, наверное, будет на телефон. Мы должны немного нажать хлеб для основного блюда. Тыква, мясо, фрукты, хлеб. Правильно? Давайте пробовать. Так, тыква, большой нож. Так, тыква. Не? Тыква. Блин. Изменить. Вот сюда тебя. Тыква, мясо. Мясо. Мясо, топорик. Не, 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 не то, не то, не то, не то, не то, не то, не то. Так, мясо. Мясо, фрукты. Маленький. Да, есть. Тыква, мясо, фрукты. Что там? Блина. Салат, хлеб. Да, салат, хлеб. Салат и хлеб. Хлеб последний, салат. Ага.
Ну, вроде правильно. Ёб твою, выйти, пожалуйста. Ой, все в пизду. Не хочу, нахуй, ебал я в рот эту игру. Все, ребят, сами в эту помойку ебаную, блять, играйте. Как тебе успеть запрятаться, если, сука, оно за мной бежит? Чтобы вы понимали, мне сейчас заново это надо будет все проходить. Да, я угадал. Давай посмотрим. Где ты? Угу. Не, не хочу. Реально, сами играйте, но это это гребаная помойка. Не знаю. Смотрите сами, хотите скачать, помотайте себе нервы. Ну, бред, как мне, к примеру, когда начинает топать, что мне делать? Я не могу никуда убежать, запрятаться. Либо мне нужно было просто спрятаться, вот так вот остановиться. Ну, тоже бред долбанный. Ладно, все, всем спасибо за просмотр. Сори, что одна серия, ну, я реально по 300 тысяч раз не хочу это делать. Я здесь даже сохраниться не могу. Так что все, всем мур-мур, всем пока-пока и до потом.